Всем привет! Я Рик Эстли. Да, люди уже подзабыли мои песни. Это ничего, что... Я стал мемом. Да. Все равно люди подзабыли мои песни. Другие песни. Надо им напомнить. Концертик какой-нибудь организовать, например, в Пермь край. Да, Пермский край, Россия. Или могила Македонии. Вот. Может быть. Трат. Таиланде. Вот. Или. Родригес. Маврикий. Куда же, Мне реквестлю отправиться с концертом. Вам поможет Марио Гангста. It's a gangsta paradise. На 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 paradise. Это не моя песня, Марио. Да? Вообще-то песню пел Кульо, не ты. Да, Марио. Тебе еще надо учиться песенне Рики Эстли. А я о чем говорю? Все забыли мои песни. Даже Марио Гангста забыл меня. Что меня надо в город отправиться. Так. Ну, куда мы его отправим? Там, где парады много. Там, где поезд много. Там, где полицейских машин много. Ага. И где же это, такой город находится? Пермь. Россия. 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 Так. Розовая пантера. Рик, пожалуйста, помоги нам. Синюю краску надо. Или розовую. Столб. Какого цвета столб красить? Розовый или синий? Конечно, розовый. Я тебе же розовая пантера. Слышал? Какой цвет? Розовый, только розовый. Так же ищите розовый. Да. Может, найдете что-нибудь. О, Трат. Трат Таиланд. Первый бал. А ты учи азбуку, понял? Ладно. Принцесса. Мамонтенок. Да, Рик Эстли, это настоящий мамонт всемирной эстрады. Ему могила в Македонии будет. Первый бал. Трубадур. Трубадур вас зовет в Тратте. Ага, в Таиланд. Там, кстати, мистер Тролло тоже будет. Ладно, второй бал. Рыба. Или едьте порыбачить. В Родригесе, Маврики. Да. Так, первый бал, Маврики. Бартелиза. О, не смотри на этого Рика Эстли. Он такой старый. Он такой старый, что даже застал самого Македонского. Он видел, как он сражался. Он видел, как он пир устроил. Он видел, как его убивали. Он видел, что корабли плывут. И он видел настоящего черного коня. Черные цвета, Павел. Так. Посмотрим. Есть. Ага. Родригес. Второй бал. Можешь открывать глаза, Лиза. Да, тем более, что надо поговорить с твоими принцессами. Любимыми принцессами. Девочки, помогите этому Рику Эстли страну найти. Рик Эстли будет в Родригесе отправиться. Третий бал.
Поехали дальше. Солнце и луна. О, мальчик, видел этот мультфильм? Ну, я латышских мультфильмов не смотрю. Я только русских мультфильмов, например, «Крокодила Гена» смотрю, «Бремс музыкантов», ну погоди, все российские мультики. А я латышских первый раз видел мультиков. Вот ух ты, советуем. Это, кстати, один из любимых мультфильмов Маркуса, вот так. В детстве. Да? Тогда я помогу, конечно, я найду подсказку. Парашют. Мне 56 лет. Я не буду на парашюте прыгать. Муравейник. Телефон. Вот, позвоните. Тайландскому менеджеру. Да, 4-й балл. Робот. Так. Кейл. Говенный маржин. О, это кто такие? Барбоскины. О. Они тоже поют? Never gonna give you up. Never gonna give you up. Рэй Кэтли. Ну я и так звезда. Цвета в флагах. Да, нечего вам тут. Родригес. 4-й балл. Могила. О, могила. Македония. Да, ну и название могила. И Пермь. 4-й балл. Пермь, 3-й балл. Гарфилд. Гарфилд, хватит жрать. Выучи азбуку, а то Джон Арбакл будет злиться. Ну ладно, так быстренько. Машина. Бери машину и едь в свою могилу. Македонии. 5-й балл. Тигр. О. Тигр такого самого окраса, как я. Дадим трату 5-й балл. Ракушка. Не, устрицы не кушаю. Павлин. Ну, если только павлин, жареный во фритюре, вкусненький такой. Так. Но в Перми их не бывает. Так. А также объекты слушали про Рика Эслия. О! Лифик. Проваливай файлик из моего леса! А то ты будешь пожар устроить на моем лесу! Не пустим мы файлика в лес! А Лифика пустим! Лифик, ну ладно, видишь, меня не пускают. Сходи ты, узнай подсказку. Ладно, файлик. Пермской края. 4-й балл. Так. Два хоста. Телефон 4 и 4. Four так, и four. Сейчас погоди, дом. Сейчас я найду на айфоне песню номер... 4, ведь так, я сейчас... 4. Да, сейчас включим. Все, песня номер 4. Кстати, Рик Эсли, вы с Чебурашкой одногодки. У Чебурашки тоже 56 лет в этом году. И у тебя 56 лет. Ух ты. Чтобы соединить?
коричневые цвета в флагах. Поищем коричневые, как Чебурашка. Так, есть ли что-нибудь где-нибудь? Нету коричневого. Нету коричневого. Так, идем дальше. Гад прыгнул. Что? Вы думаете, я буду учить какие-то азбуки? Пусть это иди, иди! Не надо, не надо! Перестань хныкать! Иди, учи азбуку! Пощади меня, круассан, пощади меня! Азбуку учи! Ладно! Ты, Трубадур! Трубадур вас зовет в трате! 6-й балл. Р. Русалочка. Вот зовет плавать. В Родригесе. Так, Родригес 4-й. П. Паровозик. О, прямиком. Пермь. Пермский край, 5-й балл. Мамонтенок. Мама. Лампочка, спаси меня. Эй, ну пошел, все, иди. Да. Что это было? Что это было? Только этот что... курасан схватил кнайфа на заложники. Да, не повезло кнайфику сегодня. А где? Рекасли, ты еще тут? Да. Я нашел еще один город. Первый Гангста Парадайс я нашел. Вот Гангста Парадайс реальный. Да, там. Пожарная машина. Скорая помощь, автобус. И, главное, могилы. Да, и твоя могила там. 6-й балл. Могила. Македония. Македония. Так. Так. Может быть, есть кто-нибудь розовый тут, кто может спеть песенку? Есть кто-нибудь синий, что будет петь? Я могу. Так что будем красить столб синим. Лети лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. О, и рубашка тоже почище синяя. И в радуге синий цвет. И розовый тут есть. Закрасим. Перм. Пермский край получает 5-й балл. Так. Кто там нам дальше? Бартилиза. Чё? Так. О! Не смотри, не смотри на этого зайца. Он смеется над нами. Ты загородируешь, Лизинит. Волк, будем долго еще этого зайца слушать тут? Все. Пока, заяц. Ой, не смотри, там бандиты! Там бандиты! Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. Могила! Могила! 7-й балл! Так... О, опять солнышко. Дает так. Но. О, это же солнце. Хотя крокодил съел солнце в одной серии. Не хочу я крокодилу. Бежим. Не беспокойтесь, беспокойтесь. Крокодила тут нету. О, ну не... Уговорили, ладно. Мой дадыр.
Так. Был. Паучок. Раки. Тараканище. Таракан! 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 Да, пугливое это солнышко. О, смотрите, мои родители. На такси уже ждут меня. Да. Кайло, идем, а то мы опоздаем на Пермской области. На поезд в Пермскую область. Шестой бал. Ладно, Борис, иду. Извините, я Борис хотел вам помочь, зовут. Да, но меня зовут. Все, пока всем. Фу, Гарфилд, как ты некультурно ешь. Поделился бы с нами. Едой не делюсь. Ишь ты наивный, Гарфилд. Вот и сам учи азбуку. Да и выучил. Не хами нам, Гарфилд. Раковина. Помощница. Ну да, вообще-то мне уже скоро будет нужна помощница. Мишка. В прошлый раз ты с Мишкой, теперь ты без Мишки. Странно. Тигр. О, трат, шестой балл получает. Кто у нас дальше? Конечно же, Фейри и Лифи. Ну тут ничего нельзя поджечь. Ничего вроде ты нельзя что, поджечь. Ты что, Фейри? Это же мультяшки. Мультяшек не надо погубить. Так, ну ладно. Лифик, у меня идея. Давай поможем этим мультяшкам. Да, давай пройдемся по всем зеленым буквам. Как ты, Лайфик. Ну давай, может найдем подсказку. Дюймовочка. Так. Не подходит. Золушка. Не, не подходит. Я. Не подходит. Пчел не подходит. Утенок. Не подходит. Нет. Художник. Нет. Я. Ящерица. Нет. Ничего похожего тут у нас нету. Эх, давай я, Лифи. Давай. Тортилла. Рыбка. Мальвина. Девушка с синими волосами. Попугай. Кеша из Пермского края. Хотя Геннадий Хазанов изучил его. Так, ладно, идем дальше. Так, ну что, настало время опять мне включить четвертую песню. Давай, включай, Маркус. Чик. Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка. Со скамейки слезть не мог, ведь до ниточки промок. Так, лужа у нас там синяя, такая самая, как экранка. И как я, четверка. Синий цветофор. Давай. Первый, седьмой балл. Так. Родригес. О, шестой балл. Трат. Трат, седьмой балл. Ну. Где этот найв? Не надо. Пошел мыться! Иди ты мойся. А то сегодня резал и хлеб резал. Вот. И много сала резал. Ладно, иду. Всяких всего, короче, много микробов у тебя. Пошел мыться. Быстро мыться. Ладно. В следующий раз я позову краткого тебя. Иллюминейтед тебе будет. Так. Как ты? Ты еще дур? Иду. В следующий раз. Тебе... Сначала пошел ищи этого, как его, главного эксперта, потом пойдешь мыться. Ладно, красота, достал. Так. О, Рик Эсли, иди-ка сюда, я нашел кое-что.
для тебя специально. Я нашел амфибию. Это самолет, который летит только по воду. Ого! И где же тут может... В Маврикии может остановиться. Ну давай. Никогда не путешествовал. На амфибии. Да, 7-й бал Маврикии. Да. Так. Ну, надо отправить этого рекетля туда, где розовый что-то розовое. Да, красивое, розовое. Надо. Есть. Надо отправить Рика Эсли, чтобы синее все было. О, розовое. Это Северная Америка. Есть у нас тут Северная Америка? Нет у нас Северной Америки. Не, надо отправить туда, где синее. Вот синее море. Да, видишь, сколько много моря вокруг Маврикия. Ладно. Родригес, 7-й бал. Да? Ну где ты там? Я уже здесь, уже вызвал для Эстлия. Перестань хныкать! Да не, не могу. Я сказал, перестань хныкать. Сейчас я буду тебя убивать, если ты не издеваешься надо мной. Так, все, ребята, брейк, все, я пошел. Иди отсюда, Рик Эстли, а то тебе еще прийти. О, да, тут страсти такие. Разборки. Да, разборки. Never gonna give you up. Never gonna give you up. О, привет, ребята. Мы слышали чьи-то крики издалека. Да. Не берите во внимание. Лучше скажите, где же мне провести свой концерт. Рик Эстли, это Родригес в Маврикии. О, там и музыка играет уже. Вот там много, смотрю, много птичек. Солнышко есть, рыбки есть там, ага. Хорошее место для того, чтобы Рик Эстли фанаты, покупайте билеты, если, конечно, еще живы фанаты Рика Эстли.